Всем привет! Это новости АФК «Система». С вами Владимир Мордовцев и Ксения Должкова. Сегодня в выпуске. Новая трудногорючая фанера, цифровое развитие Арктики и личный маркетолог в смартфоне. Обо всем этом и не только подробнее прямо сейчас. Сегежа Групп вышла на рынок с новым продуктом. Это трудногорючая фанера Сегежа Вулкан. Ее уже внедряют на производствах ведущих российских производителей пассажирского транспорта. В автобусах, электричках, поездах трудногорючая фанера используется для настила полов в качестве стеновых панелей и элементов декора. Сегежа Вулкан также востребована в строительных проектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Свою высокотехнологичную новинку Сегежа Групп представила на международной выставке лесной промышленности «Дубай Вуд Шоу 2023». Также на выставке в Дубае компания показала технологию экологичного многоэтажного деревянного домостроения из CLT-панелей. Citronix Group разрабатывает комплекс решений для цифровой трансформации и устойчивого развития российской Арктики. Разработки были представлены на 8-й международной конференции «Арктика-2023. Устойчивое развитие». Решение направлено на то, чтобы деятельность в суровых географических и климатических условиях Арктики стала более безопасной и прогнозируемой. В первую очередь речь идет об информационно-логистических сервисах для развития региона. К примеру, для разработки новых нефтегазовых месторождений, реализации инфраструктурных проектов, развития Северного морского пути и повышения качества жизни граждан. МИДСИ представила передовые медицинские компетенции в Казахстане. Компания провела конференцию в Алматы. Она была посвящена уникальным компетенциям в оказании современной медицинской помощи. Ведущие врачи рассказали о возможностях высокотехнологичной хирургии и лор-службы МИДСИ, самой большой среди частных клиник России. Также речь шла о современных методах лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. На конференции были представлены лучшие практики в области репродуктивного здоровья, травматологии и офтальмологии. Мероприятие посетили более 150 человек. За два дня российские медики провели бесплатные консультации более чем для 100 пациентов. МТС запустила мобильную версию собственной рекламной платформы «МТС-маркетолог». Теперь предприниматели смогут запускать рекламу со смартфонов. В мобильной версии представлены рекомендации для таргетинга для 115 видов бизнеса, а также текстовые шаблоны для рекламных и сервисных рассылок. Они подобраны на основе Big Data МТС и эффективных рекламных кампаний других клиентов платформы. За счет этого общее время настройки кампании сокращается до нескольких минут. С 2017 года с помощью МТС-маркетолога было запущено больше 130 тысяч рекламных кампаний и отправлено более 4 миллиардов СМС. На этом у нас все. С вами были Ксения Должкова и Владимир Мордовцев. Еще больше новостей на сайте система.ру и в телеграм-канале «Система News». Всем хороших новостей и до встречи на следующей неделе.